ребят, с вами я, и что ж, в этом видео по Fortnite Battle Royale я решил попробовать построить большой мост, заминировать его и подождать какого-нибудь игрока. Но что-то пошло не по плану. Но, в общем-то, получилась очень эпическая игра, поэтому, если вам понравится, обязательно поставьте лайки и не забудьте написать в комментариях свои идеи для новых видео. Что ж, приятного просмотра, погнали! Окей, друзья, ну что ж, мы начинаем, и давайте выбирать место, куда же мы будем падать. Мы уже, по-моему, все пролетели, осталось только на башне. Осталось только на башне, и, скорее всего, мы будем строить мост где-нибудь вот здесь. Если зона будет примерно вот здесь. Если мы выживем, конечно, на башне, что довольно сложно. Ну ничего, посмотрим. Я думаю, найдем мы C4. На башнях уж точно нужно найти. Сундуков много, людей много. Давайте искать. Так, что-то я слишком высоко лечу. Там уже чел... Офигеть, как он уже... Он уже на пушке. А я еще лечу. Ой. Сюда? А, нет, не сюда. Прямо внутрь залетел. Тулдып. Сундук. О, C4! Супер! Так, надо выжить. Так, отлично. Опа! Началось. О, еще одни. Слушайте, я сразу все выпью. Отлично! Отличная зона. Пока все складывается как надо. Супер. Будет много материалов, очень много материалов. Давайте еще выше. Кстати, в моем доме, по-моему, никого нет. Миники, я возьму. Мне еще дробовик нужен, дробовик я еще не нашел. Патроны нашел, а дробовик нет. Так, там уже все стреляются. Дробовика что-то нет. Where is my drop week, please? Да, ничего нет. Ух ты. Это снайперы. Так, здесь я заходил, ладно. Ладно. Сюда. О, вот и рядом со мной. Ага. Окей. Давайте в этот дом. Нужно быстрее разобраться с этими... О, дробовик. Сброшу аптечку. Слушайте, как-то мало упало на башне. Обычно тут миллион человек. Чага. Все, надо идти. Надо идти и выполнять челлендж. Гору обойти. Далеко ее обходить. Черт. Ладно. Ладно, пойдем. Да что ж такое? Вижу чувака. Ладно, погнали. Нам нужно бейтить. Бейтить на мост кого-нибудь. 230 материалов нам хватит. Возможно. Возможно и нет. Хотя уже многие, наверное, уже... Нет, ну кто-то есть. Да, еще воюют в башнях. Супер. И шанс. Они там строятся. О боже, они воюют и строятся. Как, откуда? Оттуда надо.
О, черт. Вот здесь. Плиз, только не палите меня. О, нет, не здесь. Ладно. Сразу заложить C4. Это должно сработать. О, нет, у меня нет материалов. У меня есть... в принципе, у меня есть... Что? Ты сломал мой мост? Ты петух! Ты просто лысый петух! Что ты сделал? Зачем ты сломал мой мост? Ах ты гад! Гад! Иди нафиг. О, мне нечем строиться, отлично. У меня ноль ресурсов. Мне придется его убить. Получай. Нет, я этого чувака не буду стрелять. Пусть он тебя убивает. Сломал мой мост, гад. Я застрял. Там еще один. Блин, ну что ж вы делаете? Зачем ты сломал мой мост? О, нет. Урында. Чак-чак у меня есть. Еще кто-то? Оу!
А зона идет. Пацаны, а зона идет. Майка! Оу! Что? Оу, нет. Вау! Жить! Тихо! Доня, пожалуйста! Я должен жить! Я должен затащить эту игру! Как я не попал? Попал. Какого? Хоть бы у него был джампэд. Вау! Что происходит? Почему это так эпично? Ну нет джампэда. Ну ладно. Попал. Он выше. Но он не в зоне. Или в зоне. Я не пойму. Давай, залутай. Попал. А-а-а, я нубец, голубец. Оу. Базука, 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 базука. Вау! Что? Так, лучше я оставлю охотничью, возьму помповый. Оу, тут шелды. Осталось три выживших.
Никого не вижу. Никого не вижу я. Где же все? О, вижу. Или не вижу? Стрельни еще раз. Вижу. Еще одного вижу. Они воюют? Он что, за зоной? Не-не-не, вы что, за зоной, пацаны? Ладно, я в зоне, я не хочу вылазить на них. Построю себе фортик. Вол, они еще. Они даже не батлили еще. Что? Они что, зоны ждут? Чуваки, вылазьте! Я здесь. Я не хочу к вам в контейнеры лезть. Ну вас. 27 секунд, они просто отсиживаются, лол. Что? Ребята, давайте вылазить. Да что ж такое? Ну я реально не хочу к ним идти. Они какие-то опасные. 4 секунды, и я буду в зоне, ребят. А вы нет. Вам придется пойти. Опа. Неужели? Они за зоной. Не говорите мне, что вы все умрете за зоной. Ой, да по мне. А, нет, не по мне. Лол. Чуваки, вы... Где последний? Чувак, ты где? Где-то крадется. О-хо-хо. Ломает. Что ты там делаешь? Что ты там забыл? Что? Офигеть. Как так? Вот эта игра.